Добрый день, вы на канале Таня Унака. Рум-тур небольшого номера в гостинице в Санкт-Петербурге, Невский, 23. Цель была снять номер на Невском проспекте в городе Санкт-Петербурге. Вполне уютный номер. Прислал мне видео по моей просьбе мой родственник, который поселился в этом номере сегодня. Вполне уютный номер. Дом графа Строганова. Когда-то этот дом был полутора-двухэтажный. Затем его надстраивали, перестраивали несколько раз. Здесь был доходный дом. Ну и вот сегодня есть небольшая гостиница. Номер такой, 1500 рублей в сутки, Невский, 23. Помимо гостиницы в этом доме есть и другие учреждения, магазины. Есть магазин «Швейцарские часы», ну и другие учреждения. В номере можно попить чай, кухонная зона, посуда, телевизор, микроволновая печь и холодильник. Цель была именно жить на Невском проспекте. Но вы сами понимаете, что цены высокие. Это вот самый бюджетный номер, который мы нашли, забронировали. Небольшой коридор, совмещенный санузел. Полотенце, бумагу, тапочки. Все выдали, естественно. Фен в номере есть. И душ. Человек, который заселился в этот номер, вполне доволен. Я попросила снять вид из окна. Окна выходят не на Невский проспект, а выходят в дворик. Типичный питерский дворик, как мы понимаем. Ну, наверное, с видом на Невский цена была бы другая. По Невскому можно гулять и утром, и вечером, и в обед. До встречи, пока!